Доброе утро, друзья. Настал следующий день. Время где-то 7:30 утра. Город уже начинает просыпаться. Он даже начинает уже светать. А я спешу в сторону исторического центра, чтобы хоть откуда-нибудь успеть сделать таймлапс восхода. Посмотрим, что получится. Таймлапсом, наверное, что-то как-то не очень получилось. Зато на улице распогодилось, идем в район Султан Ахмед. Снова. Цистерна базилика, подземное водохранилище, одно из самых крупных в Константинополе. Пойдешь? Тогда иди, а я пойду в центр фонтана. Это подземное водохранилище. Да. Да. Там обрати внимание. Короче, там водохранилище, колонны, легкая подсветочка, плавают карпы, форель. И на две колонны обрати внимание, колонны все античные. В качестве фундамента голова медузы Горгоны перевернута. Ты будешь на площади. Да. Строиться началось в 4 веке. Закончилась стройка в 532-м, как сейчас помню, при императоре Юстиниане. Очень активно использовалась до захвата Константинополя турками. Потом кто-то забросил, и в 1987 году открылся музей. А вообще, смотрите предыдущую серию, там больше рассказали. Давай, приятного просмотра. Thank you.
чё, как? Очень красиво. Единственное, что съемка не очень. Ну там темно. Да, но очень красиво. Словами не передать. Вчера мы в голубую мечеть не попали, так как после вечернего намаза она закрывается для посетителей, для туристов. Идем сейчас. Мечеть Султана Ахмета, единственная мечеть в мире с 6 минаретами. Количество народу, тем более выходной день. И это не туристический сезон. Колонна Тутмоса III. Из Египта. В Египте не была в этом Карайском храме в Люксоре? Нет. Ну, там такие стоят. Причем такая же колонна Рамзеса II стоит в Париже, в начале Елисейских полей. Колонна, по-моему, Константина, и вон еще змеиная. А это как место, площадь называется Ипподром. Эйгюллер. Бир. Лютфер. С помидоркой. Куриный. Передрим. Год назад. Вот этот Аст Хотел Компани Групп.
прошли пешком 5 километров, добрались до района Юб. И вот впереди весь холм полностью, это кладбище. А на вершине которого, там правее, где флаг, находится кафе Пьеро Лотти. До дворца Долмабахче. Ну что, какой-то вечер мне интересно, не подсвечивается ничего. Это не уверен на все 100, но вроде как это мечеть Артакёй. Короче, карта говорит, что это не мечеть Артакёй, а это мечеть Долмабахче. А сам дворец закрыт. Полиции много. Кстати, именно здесь и был взрыв несколько дней назад. Сколько? Неделю уже, наверное, да, прошло? Сейчас подошел полицейский, попросил Юлю раздеться. Ничего, мешки носить по себе. Куртку растягнуть. Ну, видимо, после последствий взрыва, да, как бы, куртка такая объемная. Хотя, в принципе, у меня, кстати, по желанию, я все тоже мог разместить пару тротиловых шашек. Но меня почему-то не попросили, видимо, это не понравилось. Понятно, что за фигня. Здесь на Истиклале находится посольство наше, посольство Российской Федерации. И мы когда шли, уже, наверное, ну, часа два, наверное, прошло, да? То здесь куча полиции, прям несколько автобусов полиции, какие-то машины полицейские, типа военных, полностью окружили наше посольство, вход. И как бы вот прошло два часа, а как бы ничего не меняется. Вон там, слева. Что вообще прям полностью закрыли. Это можно в новостях почитать, это что-то серьезное. А? У кого? Полиция, да? Кстати, да, настал следующий день, уже давно, мы уже пару часов здесь как шляемся. Сейчас Юлю провожу до дворца Топкапы, посмотрит, а я пойду дальше по Султану Ахмету в Швец. Там пару таймлапсов.
А вот вход в дворец Топкап. Скажем так, резиденция османских султанов. После нее они переехали в дворец дома Бахче уже. Там уже более современный, кстати, там же, где я, Ататюрк умер. Did better that way. No, thank you. Hi. Just a look. just look. Of course, just look. Feel like your home, then the sitting for 5 minutes, relax. Hi, teşekkür ederim. Without chai, coffee. No. No chai. No. Okay. Are you interested in something except the carpet? Because I don't like carpets. I really don't like carpet. Except the carpet, maybe tablecloth, bed cover. No. And the kilim. You know kilim? Kilim? Kilim. I don't know. Kilim is different. Look. Alexander. Ah, yes, I know. This is kilim. Not kill me, kilim. You see? Yes. It's very useful for the maybe. Yes, on the table, Musa, maybe. I know. But I don't like carpets. What's your plan? What do you wanna buy in Turkey, in Istanbul? Nothing? Last time I did not buy in another place. Uh-huh. I like just atmosphere of place, atmosphere of Istanbul. Yeah. And maybe what about jewelry and some souvenirs? No. Okay. I'm very budget tourist. Thank you, Alexander. Teşekkür ederim. You're welcome. My pleasure. On the right side you will see okay. Sistema Museum and the Sound. Hoşça kalın. Bye bye. Вот, очередь за кофе. İyi günler, 10 lira. 10 mu? 10. 10 be. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. В очередной раз зашли в столовую «Балкан». Первый, второй, третий реально обошлось. 11 лир, 200 рублей. В этот раз там мы полицейские обедали. Вот, а сейчас зашли на рынок специй, уже египетский базар. И взяли здесь кофе. Здесь реально постоянно образуется очередь из местных за этим кофе. Хотя турки кофе особо не пьют. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi. Otur. Teşekkür ederim. Мы вообще зашли опять же к тому же товарищу, такой же заменщик для кофе, за ручной. Не успели поздороваться, но уже куда-то побежал, видимо, за чаем. Ладно, сейчас будем торговаться.
Saloon. Договорились за 20 лет. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Girdiğiniz para geri verildi. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yükleniniz gerçekleşti. В общем, если вкратце, карточку можно купить сразу в аэропорту Татюрка, в Сабихе. Даже нужно. Да, карточка сама стоит 6 лир. Если можно покупать жетоны на общественном транспорте ездить, стоит 4 лиры. По карточке 2.30. Причем этой карточке можно платить все. Паром, трамвай, автобус, что здесь еще будет? Метро, туннели. То есть все оплачивается ей. И причем с каждой следующей пересадкой, если вы едете сначала на метро, пересаживаетесь на троллейбус, то следующая поездка становится дешевле. Очень удобно. Деньгами, наоборот, нельзя платить автобус. Деньгами вообще нельзя платить. На автобусе вы не поедете с деньгами, только да. С карточкой. Вообще очень нужная вещь. Причем я пользовался ей последний раз 3 года назад. И там осталось 60 курушей, 60 копеек. Они не сгорели за 3 года.